Когда-то это была роскошная усадьба, но во время революции в России последнего владельца усадьбы жестоко убили. Много лет дом стоял в полном запустении, затем в бывшей усадьбе хотели сделать школу, но по неизвестным причинам так и не открыли. Затем здание переделали под больницу для психически больных. Именно тогда появились слухи о призраке, который бродит по коридорам. Многие решили, что это призрак убитого владельца усадьбы. Сейчас уже много лет здание стоит заброшенным. Но я решил посетить это место сегодня ночью, для того, чтобы узнать, правда ли в бывшей усадьбе обитает призрак. Меня зовут Александр Кошкин, это проект «Сверхъестественное». Всем приятного просмотра. Ну что ж, друзья, вот я на месте. Пришлось забраться через подвал, потому что другие ходы были. Окна, двери заколочены. Сейчас я нахожусь в подвале на цокольном этаже, грубо говоря. Какие-то отдельные помещения. Как видите, друзья, на полу уже нет досок, полы уже сняли, поэтому ходить достаточно непросто.
В принципе, на этом и все. Как бы само помещение на этом заканчивается. Здание. Уж не знаю, что здесь может быть такого призрачного. Потому что я прошелся. И как бы ничего такого сверхъестественного я здесь не заметил. Кроме того, что здесь ходить вообще невозможно. Ну уж поскольку я здесь, давайте проведем эксперимент. Посмотрим, что он покажет. И дальше от этого будем уже отталкиваться. Вот здесь сохранилась кровать. Вот здесь я и проведу свой эксперимент. Что ж, друзья, сейчас я установил свечу и попытаюсь провести эксперимент с диктофоном. Хочу проверить, сможет ли со мной кто-нибудь вступить в контакт. Давайте это проверим. Если здесь кто-нибудь есть, дай мне знак. Вступи со мной в контакт. Давайте попробуем еще раз. Если в этом помещении, здании есть какой-то призрак или дух, вступи со мной в контакт. У меня есть диктофон, ты можешь на него что-нибудь сказать. Что ж, друзья, пока ничего не было слышно, давайте пройдемся дальше, хочу походить по помещениям, провести еще один эксперимент, посмотрим, что дальше будет. Thank you.
Что ж, друзья, у меня остался еще один эксперимент в этой локации. Это прибор измерения электромагнитных полей. Если он что-то покажет, то, возможно, здесь все-таки что-то есть. Сейчас я это проверю. Пока что, друзья, на приборе абсолютно ничего не показывает. Ну, в общем, прибор, друзья, ничего не показывает. И такое ощущение у меня, что здесь вообще ничего нет на самом деле. И все слухи, которые об этом месте ходят, скорее всего, это действительно просто слухи, выдумки и легенды. Ну, потому что здесь я даже на себе ничего не ощущаю. Как бы, если что-то моя камера все-таки засняла, вы обязательно это все увидите. Но пока что я ничего здесь не вижу, ничего не ощущаю. Сейчас, друзья, я спущусь в подвал, откуда, собственно, и пришел. И проверю еще там с помощью прибора или измерителя электромагнитных полей. Может быть, все-таки там что-то будет. Лестница здесь достаточно хрупкая и очень крутая. Друзья, чуть не упал.
Что ж, друзья, прибор как не показывал, так и не показывает. Полнейшая пустота. Ладно, его убираем. Вот, друзья, через это окно я и прополз сюда. Было достаточно непросто, потому что, ну, проем очень, да, достаточно узкий. А все остальные окна и двери здесь заколочены. Что ж, друзья, на этом у меня все. Если что-то засняли мои камеры, вы обязательно это все увидите в этом видео. Ну, а меня зовут Александр Кошкин, это проект «Сверхъестественное». Подписывайтесь на мой канал, те, кто еще не подписаны. Всем удачи, всем пока.